Без кашля, температуры и серьезных осложнений состояние 24-летней пациентки с коронавирусом удовлетворительное. Жительница Новоспасского района находится под наблюдением врачей инфекционного отделения Ульяновской центральной городской больницы в Мельцеровском боксе. Она изолирована и получает симптоматическое лечение. Напомним, девушка вернулась из-за границы 18 марта. 26 числа у нее поднялась температура, появился сухой кашель. За помощью обратилась в больницу. Пациентку госпитализировали в ЦГКБ. Первый тест, сделанный в Центре гигиены и эпидемиологии, дал положительный результат. 6 апреля диагноз подтвердили в московской лаборатории. Она продолжает лечение в инфекционном отделении в нашей больнице. В настоящий момент состояние ее удовлетворительное. Все лечение она получает в полном объеме. Вот длительность обусловлена тем, что ей необходимо будет повторное тестирование на данную инфекцию, чтобы убедиться, что у нее ее нет перед тем, как выписать домой. В первом инфекционном отделении на настоящий момент имеется 19 таких боксов, каждый из которых оборудован согласно санитарным правилам. Определен круг людей, контактировавших с девушкой. В него вошло 9 человек. За всеми установлено медицинское наблюдение. Специалисты поясняют, тесты в столицу после региональной проверки отправляют, чтобы избежать погрешности. Это первая причина. Вторая – определить подвид коронавирусной инфекции. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ.